дивіться сьогодні. Нові правила отримання довідки про склад сім'ї. Я сортую. Харків'яни вчилися правильному поводженню з відходами. У скільки українцям обійдеться випускний? Батьки першокласників обурені новими умовами прийому до школи. Просили милостиню. Цигани атакують харків'ян. Херсонщина представила нові комбайни в Києві. Епоха лицарів. День середньовіччя у Фельдманекопарк. У Харкові пройшли перші обласні змагання з літнього біатлону. 130 тисяч галушок приготували та з'їли на цьогорічному святі галушки у Полтаві. Подробиці далі у сюжетах. Приємного перегляду! Справка о составе семьи на самом деле является самой масштабной и востребованной справкой, которая выдается на территории нашего города. Справка о составе семьи, по сути, содержит в себе информацию о тех лицах, которые зарегистрированы в жилом помещении, в квартире, либо в жилом доме. Данная справка предъявляется для получения более чем 20 разных административных услуг. Большинство этих услуг предоставляется органами местного самоуправления, Харьковским городским советом, в том числе такие услуги предоставляются государством. Эти справки, по сути, сегодня выдаются и выдавались органами местного самоуправления, самим городским советом. И в большинстве своих случаев харьковчане брали эту справку в одном месте в городском совете и несли ее для предоставления этих услуг теми же органами городского совета. Поэтому Харьковским городским главой была инициирована масштабная реформа по переводу этих данных в электронный вид. Для того, чтобы жителям города не нужно было ходить и получать в бумажном виде данную справку, чтобы органы на первом этапе городского совета обменивались этой информацией между собой самостоятельно. Такая справка сегодня уже выдается в электронном виде, для того, чтобы упростить документооборот этой информации между органами городского совета. Но реформа самой справки о составе семьи неразрывно и тесно связана с другой реформой, которая также была инициирована Харьковским городским главой и полномасштабно запущено 1 июня. Это портал электронных сервисов города Харькова. Вроде бы на первый взгляд эти вещи не связаны, на самом деле они очень тесно перекликаются одна с другой. Так вот, этот портал сегодня стал такой платформой, электронной платформой, на которой наши коллеги, сотрудники городского совета, сотрудники департаментов и подразделений, которые потребляют эту информацию и требуют эту справку, они сегодня авторизированы на этом портале и получают соответствующую информацию у того органа, который эту информацию сегодня содержит. Это департамент регистрации Харьковского городского совета. Тем самым нам удалось добиться того, что граждане непосредственно в этот процесс уже не вовлечены, в нем не участвуют. Естественно, электронная, я думаю, намного быстрее и удобнее, и лучше. Меньше времени займет и меньше, как, ну, волокитой, как скажем, да, это все-таки громоздко собрать все справки или все отправить по электронной почте. Ну, меньше очереди просто будут у сотрудников соцслужб, как говорят. Это намного удобнее, особенно если с ребенком, с работой, потому что, как правило, эти организации работают в такое же время, как и мы. Дев'ятого червня розпочала свою роботу мобільна станція сортування вторсировини. З різних куточків Харкова городяни приносили сюди макулатуру, ПЕТ-пляшки та багато іншого. Проблема екології – це дуже серйозна у нас проблема зараз. Як тільки я узнала об цій організації, яка готова займатися збором і переробкою вторсиря, я дуже обрадувалась і зрозуміла, що давно цього хотіла. Примерно півгода я вже сортирую свій мусор, привожу на мобильной станции сбора и переработки. Мы уже сортируем с самого начала работы, я сортую. Сюда можно приносить практически все бытовые отходы. Это полиэтиленовые пакеты, PET-бутылки, стекло, пластик, бумага, упаковки от молочных продуктов, от йогуртов, практически все. Ну, есть виды пластика, которые не перерабатываются, их нужно избегать при покупке. Бутылки, шуршики, полиэтиленовые пакеты, тетрапаки. Акции проходят довольно часто, пару раз в месяц. Маршрут всегда разный, чтобы можно было охватить максимальное количество жителей города, то в центре, то по разным микрорайонам. И, в принципе, нет проблемы с тем, чтобы собирать это у себя дома и хранить. Это не так сложно, как кажется, и место занимает совсем немного. Пока мне не удается по Zero Waste выйти в ноль. И, в общем-то, мы пока не покупаем все только без пакетов, но
снизить потребление пакетов и снизить потребление продуктов в бутылках у нас получилось, и стараюсь с этим расставаться регулярно. Випускний вечір – це пам'ять на все життя. А ще чималі грошові витрати. Я на випускниці. Дівчина давно купила собі сукню. Розповідає, гардероб придбала в інтернеті. Це більш зручно і дешевше. Ми заказували в інтернеті, тому що посчитали, так буде потрібно. Так буде правильніше, ісходя із качества, із ціни, із соотношення цього. Швії не захотіли шити, це потрібно їздити на примірки. Тобто, кожен раз неудобне місторозположення, скажімо так, исключительно з той, який ми хотіли, тому вирішили так. А ось готуватися до свята випускниця почала ще за півроку. Наверно, сама підготовка к випускному зайняла в районі півгода. Хочеться ідеально виглядіти. Плаття вибирали місяця 3-4. Мій вибір остановився на цьому платі. Мені хотілося іменно длинне плаття, закрите повністю, щоб не пишно, щоб його можна було потім ще куди-то одіти. Перша стаття витрат, звичайно ж, наряд. З хлопцями все просто. Сорочка плюс штани або костюм і, звісно ж, взуття в середньому обійдеться близько 3000 гривень. А у дівчат все складніше. Зараз трендовий цвіт – це значить платина, золото і серебро. Блістящі ткані – це зараз самий такий піск в моді. Фасон в основному А-силуэты. Среднестатистическая, значит, 3,5 начинается и заканчивается 9. Но людей не пугает и 12 тысяч. При покупці нової сукні в середньому доведеться заплатити близько 5 тисяч. Пристойно можна заощадити, якщо купувати плаття в інтернеті. Ціни на наряд стартують від 750 гривень. І це ще не всі витрати. Доповнить образ біжутерія – це ще в середньому плюс 350 гривень. Визначились сукнею, підбираємо зачіску. В цьому році модна легкість, простота, тобто ніяких особих сильних заморочок в якихось таких іменно сложних варіаціях немає. Це локони, якісь хвости, або коси такі були. Более не сильно затянутые, более разобранные такие, то есть как бы немножко небрежно, скажем так. Навести повний марафет у салоні краси в середньому обійдеться близько 1000 гривень. Укласти волосся самостійно і нафарбуватися вдома безкоштовно. На підготовку до офіційної частини, включаючи подарунки, квіти та фото, це ще приблизно 1500. Випускне застілля обійдеться сьогодні мінімум у 450 гривень. А ось святкування в ресторані в середньому близько 1000 гривень з людини. Отже, підведемо підсумок. За скромними підрахунками, в середньому свято у 2018 році обійдеться батькам випускниць приблизно у 9950 гривень. А ось батькам юнаків доведеться викласти майже у 2 рази менше. Це новинка для освітян взагалі, прийом до першого класу. Але є ще батьки, які бажають теж своїх дітей віддати до першого класу, до цієї школи, але не проживають в цьому мікрорайоні. Вони мають теж право подавати до 31 травня заяви. І якщо після всього цього залишаються вільні місця, а кількість в класі повинна бути 30 чоловік, і в якихось класах є ще вільні місця залишились, наприклад, в першому А4 там лишніх, місця ще можна прийняти, там в першому Б ще там 6 можна додатково прийняти дітей. Заяви приймаються, заяв буде і більше, може бути і 10, і 15 заяв, всі вони приймаються. І всі вони будуть претендувати на ці вільні місця. Але їх же менше, ніж заяв. І це передбачено теж законом. Починаючи до 15, вірніше, червня, ми повинні організувати так називаємо жеребкування з цими батьками цих учнів, які бажають навчати своїх дітей на базі нашої школи, але проживають в інших мікрорайонах. Перед цим пишеться наказ по школі,
Призначається комісія не менше з 3 чоловік, це вчителі, і очолює цю комісію заступник директора з навчально-виховної роботи. Готуються картки, певні стільки, скільки батьків, але буде на тих картках, як на екзаменах. Написано частково там, де школа, наприклад, місця, де які можна зайняти, і будуть пусті, наприклад. І в алфавітному порядку, згідно протоколу, батьки будуть витягувати ці картки в певній аудиторії при комісії. Кому пощастить, будемо так казати, він витягне. Значить, він залишається в школі. Кому ні, значить, він йде до своєї школи, згідно мікрорайону школи. Возмущений, тому що, ну, це взагалі... Возмущены, конечно, а как? Мы на жеребкование пришли, в 6-й школе нет, в украинском классе нет места. А ваша улица в 6-й школе, да? Ну, получается, по новому закону, да. Мы к 6-й школе относимся. Я не хочу его в русский класс отдавать. Все на украинском, полностью все, вся освіта на украинском. Я не хочу отдавать его в русский класс. Просто нет слов. Когда, получается, изначально мы подавали заявление, даже в управление освіти звонили, вони казали, що 20-та школа. Мы пришли сюда в октябре месяце. И теперь мы остались не у дел. Понимаете, дети становятся заручниками, можно так сказать. Вся ситуация, как бы водил его на дополнительные занятия у нас были. Так водили, да, в этой школе. Мы записаны с октября месяца, со 2 октября. Водили на занятия дополнительные. И вот так получилось, как объяснить, что ты идешь в другую школу. А если там не будет места, имеем право на образование, но не имеем его. Вас витаем! А что ты фоткаешь? Я сейчас твой телефон сломаю, ты хочешь? Інцидент стався 4 червня на парковці одного з торгівельних центрів міста. Дві жінки циганської національності з дітьми просили милостиню у молодого подружжя. Після відмови чоловіка між жінками розпочався конфлікт. Циганка намагалася пошкодити автівку подружжя дитячим візочком, після чого почала погрожувати жінці в соціальних мережах. Це произошло 4 числа цього місяця, приблизительно в 10:30 утра. Как бы мы с мужем приехали, ну, это как бы стандартная ситуация. Мы утром, каждое утро заезжаем за чашечкой кофе в Макдональдс и останавливаемся на парковке попить кофе. Женщина этой цыганской национальности. До этого мы, конечно, много раз видели, они к нам и подходили, дайте денег, там, дайте закурить, ну, какие-то разные постоянно поводы. Стояли вот возле нашей машины, заколотили кофе. Я мужу говорю, смотри, опять ходят здесь, побираются. Он говорит, ну да, я говорю, сейчас опять к нам, наверное, подойдут. Там муж говорит, да нет, не подойдут, типа они же уже нас знают, мы же ничего не даем, никто с ними не общается. Получилось так, что они подходят к нам. И к мужу как бы сразу, дай закурить. Муж отвечает, ничего не дам, отходите отсюда. Я мужу говорю, вообще с ними не общайся, говорю, пускай идут. Ну, в этот момент уже молодая подходит, то есть она уже... в этой тоже ситуации. Чего вы так с нами общаетесь? Ну, муж как бы уже говорит впрямую. Пошла вон отсюда. Они несколько раз плюются. Сначала на мужа, потом на меня. Я вообще спиной к этой всей ситуации. Я говорю, не надо с ними общаться. Как бы это понятно, какие люди и все такое. В общем, она плюется. В очередной раз, когда она уже плюется вблизи меня, я стою, пью кофе, я говорю, что я сейчас на тебя болью кофе. Отойди от меня. Мы сразу эти видео запостили во все возможные соцсети, дабы привлечь как можно больше к этой проблеме внимания, потому что реально это проблема. Разместив вот это видео, начались комментарии, начались сообщения мне и мужу там писать о том, что вот мы их знаем, вот у меня они там друга обворовали. Мы платим налоги, они за этот счет живут. Потому что мы даем им подаяние, каждый из харьковчан, вообще жителей города, они за счет этого живут. Путем обмана они завладевают нашими средствами, обманывают. То есть это огромное количество уголовных дел. Я это говорю уже исходя из того, что в райотделе, пообщавшись с заместителем начальника, как бы он говорит, эта проблема есть. Утром я сегодня просыпаюсь, и у меня на телефоне, я даже не знаю, какое количество сообщений в Инстаграме от, не знаю, ник, золотой там какой-то номер, не помню.
Я захожу на эту страницу, то есть я вижу фотографию этого ребенка, который был у женщины, которая была помоложе, в общем. И она там, во-первых, сообщение все написано неграмотно, то есть это тяжело прочесть и понять и осознать. Там какие-то угрозы, какие-то проклены, вот, и все такого подобного рода. То есть я подошла к ответу на это все с юридической точки зрения. Я написала, что объяснила им ситуацию, как сейчас ситуация обстоит, в плане того, что мы написали заявление, материалы переданы в полицию, а потом мы встретимся с вами в суде. Вот. И после этого, к счастью, все комментарии прекратились в мою сторону. Не знаю, на какой период, конечно, но вот затишье. Херсонский машиностроительный завод, вообще это компания, которая уже 130 лет и которая представляет сельхозтехнику на рынке Украины. За этот период мы освоили достаточно много новой техники. В частности, на этой выставке мы представляем новинки. Это комбайн зерноуборочный «Скиф-280» совместного производства «Сампа Розенлев». Это новый опрыскиватель «Орлан-24» шириной захвата 24 метра. Это экскаватор-погрузчик, это трактора совместного производства с китайской компанией «ИТА», ну и ряд другой техники, которая традиционно наша, это жатки зерноуборочные, кукурузоуборочные, подсолнечниковые, которые модернизированы, улучшены, повышены их там качество и ресурсность. Наша цель – это развитие, это привлечение инвестиций на Херсонщину, это создание совместных предприятий с другими мировыми лидерами и производителями сельхозтехники, ну и расширять линейку, обеспечить аграриев надежной техникой для процветания Херсонщины. Херсонщина – це найперше, це аграрний край, і більше третини внутрішнього регіонального продукту формується саме за рахунок аграрного сектору. І те, що сьогодні ми підтримуємо машинобудування, свій власний херсонський комбайн, і він преобразився в, по суті, херсонсько-фінський комбайн з локалізацією вже більше 300% українська складова, і ви бачите, на неї є і держпідтримка, і так далі. Сьогодні це аналог John Deere, але українського виробництва, української зборки. По суті, ми і робимо промоушен нашої продукції, нашого сільгосппідприємства, машинобудування, саме для того, аби наші фермери, наші одноосібники могли змогу до техніки, до ресурсів дешевих, для того, щоб могли придбавати цю техніку і, відповідно, ще більше заробляти. И сегодня происходит показательное выступление по средневековому бою. Взрослые выступают в железе, как у нас, они выступают на соревнованиях. Для детей у нас предусмотрена мягкая экипировка, собственно, в которой они могут и сами попробовать. У нас существует порядка 10 различных номинаций. Основное, на данный момент, основное направление – это детское направление, это мягкая экипировка. Здесь дети дерутся исключительно на очки, то есть засчитываются попадания по корпусу или ногам оппонента. У взрослых существуют различные номинации, помимо таких же номинаций, где исключительно на фехтование. Есть номинации, например, массовых боев, 5 на 5, 10 на 10 и так далее, где задача свалить всех оппонентов. То есть там уже разрешены приемы рукопашного боя, там уже разрешена борьба, там немножко меняется арсенал оружия, соответственно, о вариативности правил там можно говорить достаточно долго. Я дрался в рыцарских доспехах, в мягких рыцарских доспехах. Интересно. Ну, чуть-чуть сложненько, но так, в принципе, нормально. Я выиграл, и мне удалось, я его обманул несколько раз, целился, получается, в другую точку, замахнулся, а на самом деле ударил в другую. Я бы хотел стать рыцарем. We'll be right back.
впервые я в городе в Харькове. Первый чемпионат Харьковской области по летнему биатлону. Принимают участие участники с Харьковской области. Всего будет участвовать 6 команд. Это Чугуев, Краснокутск, Пархомовка. Это Харьковское областное высшее училище физической культуры и спорта. Чугуевская команда и лыжно-биатлонный клуб «Фельман Экопарк». 95 спортсменов. Для первых соревнований это очень большое количество. Большинство, практически все ребята сегодня на старт вышли впервые. Возрастная группа 2004-2005 год рождения, 2006-2007, 2008 и младше. Самые младшие ребята, которые допускаются, 2010 год рождения. Я занимаюсь этим спортом уже 4 года. Мне нравится это как зимний вид спорта особенно, потому что там я могу развивать себя. Чтобы достичь чего-то, нужно очень долго и усердно тренироваться. Мне кажется, что это самая как бы, большая сложность. Я участвовала в чемпионате Украины несколько раз. Я занимала 6-е место, но вот в прошлом году я заняла 2-е место. Летом мы, допустим, не только можем кататься там на лыжероллерах, а еще мы можем бегать, играть в разные игры. Ну, зимой мы это тоже можем делать, только в спортзале. Уже несколько лет федерация занимается созданием структуры подготовки начинающих спортсменов. То есть эти ребята, которые будут иметь сегодня возможность заниматься у себя в детских и юношеских спортивных школах, являются основой для подготовки уже настоящих спортсменов в нашем высшем училище физической культуры и спорта. Захотіли, щоб це був міжнародний, тому що наша полтавська галушка достойна того, щоб її знали по всіх світах. І цей проект, як я вже сказала, не тільки редакція, а об'єдналася навколо цього проекту вся наша полтавська родина. Майже всі ідеї, які ми спланували, ми втілили в життя. Наприклад, вінок альтанки, якщо ви знаєте, я просто написала в Фейсбуці пост. Мені відповіла Людмила Анатоліївна Мама і каже: класна ідея, гроші зберемо. І вона навколо себе, куди вітер в травні, об'єднала жінок, вони скинули нам гроші. Це 28,5 тисяч. Це багато дуже. І сьогодні ми маємо такий стилізований вінок. Альтанка жила, і я думаю, це також приємність така невеличка, але гарна для наших полтавців. Виправданий фестиваль міжнародний. Розпочинають танцювальна композиція з канадійцями. У нас китайці, які представляють родичів галушки, будуть випити щось китайські пельмені свої. Є грузини, є армяні. В місті проходить міжнародна серйозна подія. Відвідувачі у нас шведи, німці, і фіни. Це вже просто підходили, говорили. Ми дуже раді з того, що місто сьогодні вирує гарним настроєм. Гасло нашого фестивалю – це «Галушки з усіх країв, єднаємось». От приїдуть люди, які мають прізвище «Галушка». Дуже багато телефонували, хто зможе, хто не зможе. Але дуже така фішечка непогана. Полтава вражає. Вона мене вражала 28 років тому. І от я приїхав сюди на фестиваль «Галушок». Ну, не просто тому, що ми готуємо в нашому ефірі, а просто тому, що я засумував за Полтавою, за мешканцями Полтави. І я зрозумів, що це місто, яке квітне, яке якимось чином розвивається у всіх напрямках. Потроху, повільно, але йде вперед. І найголовніше, мені приємно тут було просто відпочивати, тому що після робочого дня ми просто йшли вулицями, дивилися на там краєвиди, на людей, спостерігали за якимись речами. Є багато таких ініціатив ресторанного бізнесу. Тобто Полтава живе. Полтава осучаснюється. І це прекрасно, це круто, це найголовніше. Тому знов-таки повторюю, що Полтава – це те місто, в яке хочеться повертатися. Так і буде. Так, в цьому році директору ви приїхали 4 рази в Полтаві. А перший раз участвував у вашій фестивалі. Нам це великий фестиваль, звісно, стосується це продукти. Тому самі дуже хочемо спробувати і узнати вашу культуру. Це перший. Во-вторых, там написано, что мы из института Конфуция, мы хотим и вам показать, что у нас есть, чем мы занимаемся. Да все нравится, все. Почему? Люди, ну как, это ж... И Полтава. Это ж не политика, это ж жизнь, понимаете?
Это у нас называется пыль. Да. А галушки наши пробовали? Да, ну, конечно. И как вам? О! Такие смачные, каких в Полтаве не делали. У нас своя атмосфера, у нас свій рецепт. Ми взагалі з вами особливі люди. Полтавці дуже особливі люди. Знаєте, виховані на запаху чебреця, на полині. У нас такий, знаєте, вільний дух і така гостинність, яку, мабуть, ніде не можна зустріти. Щирість і гостинність.